Спасибо, что вы с нами. В эфире программа «Недвижимость Греции за 60 секунд». И я, Владимир Ханукаев, представляю вам важнейшие события рынка недвижимости прошлой недели. Очередная отсрочка налога на прибыль от продажи недвижимости предвидится в следующем 2019 году. На днях ожидается внесение соответствующей поправки к закону в парламент. В новом докладе Национального банка Греции говорится о наличии повышенного инвестиционного интереса на местном рынке недвижимости. Решение суда города Салоники создает новый прецедент в сфере краткосрочной туристической аренды. Удовлетворяя иск соседей по комплексу, суд запретил собственнице виллы в Халкидиках ее сдачу в аренду туристам, которые якобы неправильно занимали парковочные места комплекса и шумели у бассейна. Работы по реновации афинского «Хилтона» начинаются в следующем 2019 году. Отель остается открытым для постояльцев, закончить работы планируется через 2 года. Как объект недели – историческая усадьба Сиага на улице Василисис Ольгас города Салоники. Последние года собственники обсуждали продажу особняка иностранным инвесторам, однако ввиду улучшения климата на рынке недвижимости пока решили с ней повременить. Подписывайтесь на наш канал и следите за важнейшими новостями рынка недвижимости Греции каждую пятницу в 8 вечера.